Батюшка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вот мне быть в такой ситуации? У моего супруга есть родственница, которая занимается йогой, шаманством, лечит людей и бывает у нас в доме. Я православный человек, исповедуюсь, причащаюсь. Я себя очень плохо чувствую, когда у нас такие гости. И очень прошу наш дом не посещать. И у меня такое впечатление, что муж уже как-то этим и искушен, и какие-то даже претензии ко мне возникают. Будьте добры, поясните, пожалуйста, эту ситуацию, как мне вот выйти из нее. Да это вообще ситуация, но ее как бы нет. Эта ситуация сложилась в вашей голове. Потому что от того, что она пришла, плохо себя чувствовать невозможно. Это такое самовнушение. Но если уже такая чувствительная и мнительная, ну, как только она приходит, надевайте шляпку и шубку и идите гулять. Если есть с собачкой, есть повод лишний раз с ней во дворе погулять. Вот и все, Господи, какие проблемы-то. А с мужем ведь возникают некоторые тоже проблемы в общении с мужем после этого. Как общаться с мужем? Да никак, нет. Мужу ничего не говорить. Угу. Встала и пошла. Я пошла с собачкой гулять. Ну а потом-то? Вот она пришла домой, наверняка у нее будет какая-то обида на мужа и так далее. А почему-то она будет обида? Она же говорит, что она православная. Угу. А разве может православная обижаться на мужа? Это так не бывает.